Ну вот не успел президент Финляндии сказать, что они вступают в НАТО. Целый дивизион «Искандеров» в количестве 7 штук. Ну, целый это дивизион 7 штук. И новой техники движется в сторону Выборга. Вот новая воинская часть в Выборге сейчас, походу, и образуется. Ну, под Выборгом где-то. Потому что техника нулячая идет. Уральчики вон технику перегоняют. Так что готовьтесь, финики, к вступлению в НАТО. Да, походу он говорит, машинное обеспечение, прям новые Уралы гонят. 7 Искандеров.